Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какое же видео будет рекрутировать для вас 24 часа в сутки. Схема, пошаговая схема продающего рекрутингового видео. Это приветствие. Причем вы можете просто поприветствовать, рассказать о себе, а можете еще сказать какую-нибудь умную мысль. Третье – это интрига. Создайте обязательно интригу. Например, скажите: в этом видео я, как предприниматель очень опытный, расскажу вам один секрет, который поможет продвигать вам этот бизнес очень качественно и быстро. Четвертое. Ограничение доступа. Вы обязательно должны сказать, что это видео продержится какое-то определенное количество времени, а потом вы его будете удалять. Пятое. Вам нужно продать себя. Рассказать, почему именно к вам должны обратиться люди и почему они должны досмотреть это видео до конца. Что такого ценного вы можете дать и в чем вы эксперт. Шестой пункт. Это компания. Нужно очень грамотно и красиво, но очень кратко представить свою компанию. Седьмое – это причины. Причины, по которым вы выбрали именно этот бизнес. Рассказать факты, из-за которых люди должны прийти к вам в бизнес. Почему они захотят это сделать? Следующий пункт – это перспективы через 6 месяцев. Вы можете прям прорисовать картину человеку, как он просыпается через полгода в своей кровати, выпивает чашечку кофе, открывает ноутбук и видит, что компания подарила ему путевку, например, в кругосветное путешествие или что-то подобное. Это очень хорошо работает. Девятый пункт – перспективы и масштабы бизнеса. Человек все-таки хочет видеть определенные цифры, поэтому вам нужно рассказать, что он может получить через какое-то время, чего он может достичь в этой компании, то есть итоговые результаты через какое-то время года. Также обязательно расскажите о планах компании, о тех масштабах, к которым она стремится и к которым идет быстро и уверенно. И, конечно же, приводите факты. Десятый пункт – это возможности. Конечно же, у каждого человека есть несколько видов потребностей. У меня даже есть вебинар на эту тему. Ну так вот, вам нужно обязательно по каждому виду из потребностей человека рассказать о том, что он может здесь получить. Например, деньги, помощь людям, квартира, путешествие, автомобиль и так далее. И отдельным пунктом я хочу выделить, что здесь человек может получить бизнес, образование онлайн. Сейчас люди очень жадные и голодные на образование, на саморазвитие. И если вы удовлетворите эту потребность своим предложением, то человек, скорее всего, к вам придет. Ну а в конце, конечно же, нужно попрощаться с человеком, как это сейчас делаю я. С вами была Елена Коваленко. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и пока-пока!